Obama sitting down today with a civil liberties oversight group, which claims it has a broad range of questions over those secret programs to track our cell data and much of what we do online. The new leaks leave no doubt. For the past few weeks, government officials have been trying to defend the NSA surveillance program by saying they're not listening to Americans' phone calls, and we now know for sure that that's simply not true. Does the FBI use drones for surveillance on U.S. soil? Yes. There is no more privacy, so just forget about it. For many people, Google and Facebook already know who your friends are, who you email, where you live, where you work, what books you read, what songs you listen to, what events you're going to, everything you search, every website you go to, and where you are right now. Вот в основу я взял слова Горация, Кит Легаси, Морибус, Профициант. Какую пользу могут принести законы там, где нет нравственности? Это все-таки созвучно с тем, что сделал Иван Грозный и митрополит Макарий. Кстати, митрополит Макарий был привезен еще в советское время. Итак, первое, с чего я хотел бы приступить, анализировать, с историей жизни сына Сергея Петровича Боткина, Евгения Сергеевича Боткина. Я хотел бы напомнить вам о том, что он был последний лейб-медик царской семьи, а его основным пациентом был цесаревич, страдавший гемофилией, наследственной формой гемофилию, которую цесаревич приобрел по английской линии от своей бабушки. Она явилась носителем геном гемофилии. И семья, конечно, приходила в состояние большой тревоги, нервозности, когда у мальчика происходили кровоизлияния в суставы, болезненные гемоартрозы. И в этот период появляется в семье Распутин, врач и священнослужитель. Распутин своим обращением через молитву очень много сделал в царской семье. Как вы знаете, сейчас снимается фильм о Распутине, и новое чтение исторической роли Распутина будет в этом фильме преподнесено. Пока неизвестно, вот как будет выстраиваться эта линия духовный человек, представитель духовенства и его связь с лейб-медиком, в данном случае с Евгением Сергеевичем Боткиным. Это его семья. Иногда, когда я этой темы касаюсь в врачебных аудиториях, они поднимают вопрос, а этично ли поступил Евгений Сергеевич, оставив своих детей. Он знал, что он будет расстрелян вместе с царской семьей, с цесаревичем, его основным пациентом. Но я в данном случае, может быть, не столько хотел бы развивать именно вот эту тему, этично он поступил или нет. Я убежден в том, что как врач, долг, которого он нес, он поступил абсолютно так, как требуют высокие взгляды на этику врачебной деятельности. Но прошли многие-многие годы. Мы молчали по поводу Евгения Сергеевича Боткина. Мы не знали, как вообще оценить его деятельность. Нужно сказать, что Западная Православная Церковь, она его канонизировала. И сейчас, когда Православная Церковь единая, и Западная, и Российская Православная часть, то мы можем говорить о канонизации Евгения Сергеевича Боткина. Это вообще большое признание, потому что Россия имеет двух врачей, и обоих, об одном я уже сказал, о другом я буду говорить несколько позже. Это для нас как бы этическая реабилитация выдающегося врача, последнего лейб-медика в царской семье. Вот с этим человеком у меня связана моя личная врачебная деятельность, о которой я хочу рассказать. Вы видите на своих экранах Плетнева Дмитрия Дмитриевича, выдающегося терапевта середины 30-х годов. Он был блестяще образован, он работал в разных областях, и с его именем описаны новые синдромы. В частности, мы мало об этом говорим, им был описан впервые в истории медицины инфаркт миокарда правых отделов сердца. Он описывает банкира, служащего банка, у которого развивается острый приступ болей грудной клетки с последующей локализацией в правом подреберье. Это человек, который занимает горизонтальное положение. При аускультации он не выслушивает влажных хрипов.
И Плетнев, один из первых, который освоил электрокардиографию, ставит ему диагноз инфаркта миокарда. И он, собственно говоря, ставит диагноз инфаркта миокарда именно правых отделов сердца. Да, действительно, к сожалению, человек умер, и на аутопсии был подтвержден, что Плетнев оказался тем первым врачом в мире, который так тонко, филигранно провел дифференциальный диагноз между поражением левых отделов сердца и правых отделов сердца. Но я в данном случае говорю о Дмитрии Дмитриевиче как о выдающемся терапевте в связи с плачевными событиями, потому что он был репрессирован. Он был репрессирован в ряду Бухарина, Зиновьева, Каменева. И этот ряд, в который входили три врача. Вот Плетнев, профессор Плетнев Дмитрий Дмитриевич, входил доктор Ковалев и входил доктор Левин. Они все были врачами, которые работали в тогдашнем четвертом управлении, сануправлении Кремля. А тогда, летом 1936 года, в клинику поступил в тяжелом состоянии Алексей Максимович Горький. Он приехал из Крыма в тяжелом состоянии, в поезде он заболел гриппом. Грипп дал осложнение. Осложнение коснулось его легких, развилась геморрагическая пневмония, и в течение нескольких дней он достаточно тяжело умирал. И вот Плетнев и те, с кем он работал тогда, это был и Кончаловский, и Ланг, он описал состояние легочного сердца, он описал, и в истории болезни осталось его наблюдение по нарушению ритма сердца при тяжелой гипоксии. Он описал гипоксическую энцефалопатию. То есть об этом врачи начнут говорить позже. Это будет уже конец 40-х годов после окончания Второй мировой войны. Но на том периоде его острый ум врача позволил провести очень тонкие грани при этих заболеваниях.